На станции Томицы под Петрозаводском локомотив с двумя вагонами, груженными цементом, сошли с рельсов. Пострадавших нет. Из-за ремонтных работ в ночь со среды на четверг на перекрестке улиц Куйбышева и Еремеева отключат светофоры. Россельхознадзор нашел просроченную продукцию в петрозаводских магазинах «Лента» на Комсомольском проспекте и улице Ленинградской. Товар снят с продажи. Карельский самбист стал чемпионом России на турнире в Нижегородской области. Роберт Моисеенко завоевал золото в весе до 58 килограммов.